2 февраля в Десногорске прошло расширенное заседание местного отделения партии «Единая Россия». В нем приняла участие первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. На заседании был заслушан отчет исполняющего обязанности секретаря Десногорского отделения партии Александра Новикова о работе коллектива за последние 2 месяца, а также обсуждены планы партийцев на первое полугодие текущего года. Также обсудили вопрос работы местной общественной приемной партии и приема в ней депутатов. Общественная приемная местного отделения партии «Единая Россия» теперь у нас располагается не по адресу 317, располагается здесь, в здании центральной библиотеки, на первом этаже, где, соответственно, мы будем с вами вместе проводить приемы наших жителей, решать текущие вопросы. В ходе встречи Ольга Окунева сообщила о нововведениях в федеральном законодательстве и остановилась на нескольких законопроектах, принятых Госдумой в осеннюю и уже начавшуюся весеннюю сессии. Принят в третьем чтении уже закон, который говорит о верховенстве законодательства Российской Федерации в сфере семьи над зарубежным законодательством. Для нас с вами это важно. Понятия для России традиционной семьи определены, и все, что касается законодательства, действующего в Российской Федерации, будет главным. На заседании Совета были рассмотрены предложения по запуску местных партийных проектов по обучению компьютерной грамотности жителей пожилого возраста, а также открытию семейной приемной на базе приемной партии. Также Ольга Окунева поблагодарила Александра Новикова и членов Совета за плодотворное сотрудничество и пожелала успешной работы в новом году.